Друзья, всем большой привет, с вами Геленджик Лайф. Кто переживает за Геленджик и нашу гору, а также сафари-парк, хочу вот поделиться новостями. Сегодня с 6 утра у нас тушат пожар два вертолета. К сожалению, Б-200 к нам не прилетел. Силами двух вертолетов происходит сейчас тушение. Площадь пожара увеличилась до 15 гектаров. Огонь до сафари-парка не дошел. Ну и слава богу, потому что очень переживали все за животных. К счастью, ни ветер в их сторону не дул, ни огонь не добрался. Попробую увеличить вертолетик сейчас. Вот видно, да, над горами он летит. Воду буду сбрасывать. Ночью пожар тушили силами добровольцев, а также МЧС и пожарными. То есть там было очень много и волонтеров, и людей, которые откликнулись на такую беду, которая постигла Геленджик. Много людей тушило пожар. Очень хорошо, что ветер у нас стих к 4 утра, потому что у нас дул сильный норд-ост, что, конечно же, приводило к тому, что огонь распространялся очень быстро. Но вот сейчас вот остались некоторые очаги возгорания, которые, надеюсь, будут потушены, потому что сегодня ветра нет. Горело, конечно, страшно. До сафари-парка здесь было два хребта, и огонь остановился, не доходя до него буквально совсем немного по километражу, где-то здесь километр с небольшим получается. А вот и сафари-парк. Будем держать вас в курсе событий.